Здравствуйте, всем привет. Хочу вам показать сигнализации. Заказывал я с Китая. Стоят они недорого. И по установке они очень удобно. Не надо сверлить отверстия, там крепить их. Они клеятся и очень удобно. Стоят они недорого. $1.22, $1.50, $1.60, средняя цена ихняя. Что мне понравилось в них, крепятся они, вот двухсторонний скотч уже у них, и на самом герконе, вернее, геркон у него стоит внутри, это обычный магнит, он тоже на двухстороннем скотче крепится. На дверь, на окно можно закрепить. Здесь вставляются батарейки пальчиковые, как на обычный пульт телевизора. Кнопка включения-отключения. Так, этот у меня уже сейчас с батарейками, этот без батареек. Здесь указана стрелка. Магнит. На магните тоже есть стрелка. Они должны находиться рядом. Когда окно или дверь закрыта, магнит притягивает геркон. И получается, сигнализация у нас отключена. Когда только вы открыли дверь или окно, магнит уходит, геркон внутри замыкается и срабатывает сигнализация. Крепите на раму основную сигнализацию. Магнит крепите на дверцу. На форточку. Все, не надо ни сверлить. На клей не надо сажать. Все, сняли двухсторонний скотч, прицепили. Главное вот по меткам его выставить. Вот сейчас давайте проверим. Вот я его включил. Он уже в режиме, в ожидающем режиме стоит. Он включен у нас. Начинаем типа открывать окошко или дверь. Заказывал я их 10 штук. Осталось только 2. 8 я уже продал. Чуть, конечно, я чуть подороже их продал. С установкой вместе. Ну, что здесь устанавливать? Проще простого. Сняли скотч, приклеили. Все, взял деньги и ушел. Очень удобно. Пластиковые окна, пластиковые двери не повредятся. Не понравилось, сняли, отмыли. Все, у вас окно целое, дверь целая. Нигде никаких отверстий, ничего не просверлено. Заказывайте на мастерскую. Даже дома где-то на окошке, на двери. Удобно. Конечно, от воров полной защиты нету, но это хоть спугнет их. Все. Всем счастливо. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.
Присядем, братишка, давай. Присядем, присядем, я песню спою. Восточный воришка, бездомный мальчишка. Присядем, присядем. Спасибо, я пешком постою.